Всем привет, я в магазине «Светофор», город Орск, поселок ОЗТП, Орский проспект, 8. Давайте посмотрим ассортимент и новинки. Итак, у нас пришел грунт. Грунта, оказывается, в магазинах не было, я даже не заметила. 171,10, 65 литров. Затем появились опрыскиватели 3 литра, цвет зеленый, 217,50. Каждый раз новенькие. Смотрите, какие зелененькие, симпатичные. А сюда тоже завезли агровермикулит 4 литра 81 рубль. А еще от сорняков. Выбор профессионалов. Универсальное средство сплошного действия. Уничтожает стебели, корни. 900 миллилитров на 1200 квадратных метров. Уничтожает более 150 видов сорняков. А здесь только привезли, вот я прям в упаковке вытащила. Ценник еще не успели повесить. Шланги сюда тоже завезли, но почему-то эти шланги не хвалят. 682 рубля стоит 20 метров. Парник универсальный, полудуга 286,70, 1,60 на 6 метров. Ведра 20-литровые, 104,10. Это очень-очень дешево. И ящики для рассады 400 на 290, 8 литров 49,10. Ну и эти тоже стаканчики покажу. Набор для рассады по 300 миллилитров, 10 штук, 146,40. Кисет махорки, как раньше, 54,40, 100 грамм. В прошлый раз я прошла, не показала грабли. Вы просили показать грабли 12 зубные витые 92,20. Еще были лопаты, но лопат здесь нет. Вот еще одна новинка. Привезли ножницы садовые 19 сантиметров. Пользуемся каждый год. В этом году я тоже себе купила. Прошлый, который покупала в прошлом году, еще целые. Но все равно они дешевые. Купила 87 рублей. Что там, еще одни купила. А вот такой мне надо обязательно купить. Сидират, горчица. Сорт полупустыня. Рапс, патник. Очищает почву от проволочника, нематоды, вредители картофеля, свеклы, моркови. При посадке в междуряде многолетних плодовых культур. Подавляет рост сорняков. Выдерживает заморозки от минус 7. Вот, надо взять. Даже можно между сеять 78 рублей. А это кормосмесь, универсальная, гранулированная, мешок 25 килограмм, 463 рубля. И, если честно, я посмотреть не могу, вот белые мешки и все. Укрывной материал спанбонд, 1,60 м на 10 см, черный 227,90, 60 микрон. Спросила я, сколько стоит, 102,50. Шторы, смотрите, черные появились. Были до этого зеленые, это черный. 147,40. 2 на... Ой, не вижу. 2,10 на магнитах. 100 на 2,10. 147,40. Газ для портативных приборов. Все сезонный. 400 миллилитров. 78,80. Бикланч вкусная. Пауза. Лапша со вкусом курицы. Тоже ценничек еще не успели повесить. Возьму сейчас вот такие. Такой рис 48,90 в сиропе за 5 штучек. Смотрите, какое у нас появилось мороженое. Мороженое лакомка сливочное со взбитой шоколадной глазури. Во взбитой шоколадной глазури 10%, 90 грамм. Без заменителя молочного жира. 32,70. И еще мороженое «Жемчужина России», пломбир в шоколадном, с шоколадным топпингом. 400 грамм, 174,30. Мне кажется, вкуснятина. С ванильной прослойкой. Вот еще, смотрите, апельсины «Лето с пользой», протертые с сахаром. 93,20. Сколько? 580 грамм. Это еще не все. Есть еще лимоны, протертые с сахаром. В составе только лимоны свежие и сахар. Больше ничего.
изготовитель, Тульская область. Холодильник. Здесь сегодня есть грибы. Грибы 193 рубля. Можно выбрать. Есть и крупненькие. Мясо 196,90. И вот кусочки какие-то новые. Кусочки форели. Ой, какая прелесть. 151 рубль. 150 грамм. Бутербродик, да? Красота какая. А я сейчас возьму пангасимус. Вот, взяла три рыбки. 264,50 стоит. Многие говорят, что эта рыба грязная, что где-то там во Вьетнаме, в каких-то речках. Я не знаю, уже, извините меня, уже давно выращивают уже в каких-то водоемах специальных. Давно уже не ловят ее в этой речке. Представьте, по всему миру ее возят, и все в речке выловили. Это вообще, вот услышат у одного, да, и понеслось, и все подряд. Все, я иду на кассу. Потом скажу, насколько вышло у меня вот эти три рыбки. В общем, вытянула рыбка на 475 рублей. Три штучки. Здесь сколько кило? 796. Рыбка немножко подтаяла, я ее порезала кусочками. Теперь подожду, когда она оттает совсем, потому что она еще замороженная. А замороженную резать проще. И решила, так как рыбка жирненькая, я ее не буду жарить, а просто запеку в духовке. Прям кусочками запеку. Мне кажется, так будет лучше. Потому что жирное, и еще плюс жирное масло подсолнечное. Решила сделать так. Все, сложила, немножко подсолила. И сейчас в духовку. Все, рыбку я поджарила. Если надо, можно зажарить ее, чтобы она была румяная. Ну, я не хотела румяную. Именно вот такую вот рыбку я и хотела. Уже кусочек попробовала, отломила. Очень-очень вкусная. Смотрите, какая жирная. Но все равно вкуснее она, мне кажется, будет жареная. Когда рыба немножко остыла, она стала вкуснее. Но рыба очень жирная. Кто не ест жирную рыбку, то не стоит покупать. А так очень вкусно. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Всем пока-пока.